Жильцы 37-го дома по улице Дзержинского в Новокуйбышевске, что называется, взяли погоду в доме под контроль. Первым шагом к этому стала установка общедомового прибора учета. Теперь зимы стали обходиться гораздо дешевле. В этом году у нас была экономия по теплу 316 тысяч, которую мы перевели на техническое обслуживание дома. Общедомовой прибор учета тепловой энергии как инструмент экономии. Сегодня установка таких устройств является одним из обязательных требований при подготовке к зиме для многоэтажных домов. Он позволит жильцам оценивать реальное потребление тепла и спланировать энергосберегающие мероприятия. Это позволяет жителям и управляющим компаниям проводить мероприятия по энергосбережению, ну и расплачиваться за тот объем энергии, ресурса, которые они реально потребили. То есть расплачиваться не по нормативам, а по прибору учета. Этим летом специалисты «Энергосбыт Плюс» проводят масштабную программу по установке ОДПУ в Самаре. Теперь и у самарцев вслед за жителями Новокуйбышевска и Тольятти появилась возможность сэкономить на оплате теплоресурсов. Ольга Хамракулова, Константин Головин. События.